Колода игральных карт «Русский стиль» появилась в 1913 году, 300-летию дома Романовых. На колоде представлены участники костюмированного бала 1903 года. Валет Черви, адъютант великого князя Алексея Александровича Николай Александрович Волков. Валет Крести, великий князь Михаил Александрович. Валет Буби, великий князь Андрей Владимирович. Валет Пики, действительный статский советник Александр Николаевич Безок. Дама Черви, великая княгиня Ксения Александровна. Дама Крести, великая княгиня Елизавета Федоровна, принцесса Гессен-Дармштадтская. Дама Буби, графиня Александра Дмитриевна Толстая. Дама Пики, княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, король Черви, император Николай II. Король Крести, граф Михаил Николаевич Граббе. Король Буби, действительный статский советник Николай Николаевич Гартунг. Король Пики, Иван Грозный, с картины Литовченко, Иван Грозный показывает сокровища английскому послу.